редакция обзор мировых новостей информационных технологий. Google почти похоронил свой сервис облачных игр. Интересно, но непонятно. Цифры показывают, что Facebook теряет свою силу. Над нами витает спутник, который демонстрирует Олимпийские игры в Янцзине. Amazon Prime показывает рост своей подписки практически на $20. Mozilla отказывается от своего проекта браузера Firefox Reality и отдает его Igale. Google Workspace скоро бесплатная версия, но без Gmail. Huawei показывает плохие результаты и покидает топ-5 по продажам смартфонов в Китае. Apple MacBook Pro 2021 года хорошо работает с Wi-Fi 6 с невероятными скоростями. Microsoft заявляет, что заблокировала 61 миллиард кибератак в 2021 году. Twitter запускает функцию голосования. Android рассказывает, как удалить уведомления ожидания подключения службы Google Voice. Новый конкурент для iPhone Mini готовит Xiaomi. Метавселенная Facebook обошлась компании в $10 миллиардов. West Raspberry Pi теперь 64-битная версия и Pi 3, и в 4, и в 0, 2, и. Еще одна компания, кроме NSO, успешно взломала защищенный iPhone. NordVPN и Surfshark объединяют усилия против конкурентов. И снова Twitter – длинный формат для платформы микроблогов. Apple борется с появлением альтернативных магазинов, продающих iOS. Собаки-роботы будут использоваться для патрулирования границ и не в сериале «Черное зеркало», а в Соединенных Штатах. Привлекает конец для Microsoft HoloLens 3. Выходит сериал «Властелин колец». Microsoft приобрела Activision Blizzard и считает, что это поможет ей создать свою метавселенную. Самый дешевый компьютер будет стоить $15. На этом все. Смотрите в мире ИТ.